Доброе утро, друзья. Я в Ейске. Ну, так, попутно. Мне надо было и шланг посмотреть, и гайку вот такую вот найти. Но я такую гайку не нашел. Она узкая. Это крепить двигатель дворника. И вот я сейчас зашел в автомагазин, и ни хрена нет такой. Даже в мастерскую. В интернете есть, но продается оптом. Но я не унываю, гаечку такую. Понимаете, в интернете она продается пачками. То есть 10 штук как минимум. То есть гайка сорная, но ее, она настолько, она не популярная, что ее нету. Этой гайки, как ни странно. Вот, ну попутно мне надо корм взять, финиш называется для кур уже молодых. Здесь у нас ремонт так и продолжается, друзья. Вроде как расширяет дорогу, мне кажется, все-таки. Это я уже к Есенке подъезжаю. Укатывают. Да, даже, может, асфальтируют. Ветер сегодня очень сильный. Штормовой, я представляю, что там на море творится. Там, наверное, вообще все море кремового цвета. Доброе утро, страна. Оно действительно такое замечательное и доброе. И погода вроде ничего так неплохая. Правда, как я уже сказал, до конца мая будет прохладно. Только уже в последних числах, 27 мая, будет где-то около 22 градусов тепла. А так 15, 10, 15, 18, 10. Вот так колебаться будет сейчас. Это температура. Птицы летают толпою. А небо сегодня такое. Сейчас покажу. Небо сегодня облачное. Ну, в общем, можно сказать, что здесь утром непрозрачное, а вот днем обещается солнце. Я же попиваю чаечек. Благодарю, друзья, за вчерашний музыкальный стрим, за ваши благодарности, донаты. Спасибо вам большое. Надо сказать даже, что на вырученные деньги я... По совету друзей решил приобрести автомашину «Москвич». Новая модель. Приобрел. Вот сегодня сразу же шланг. Сейчас я, кстати, расскажу про шланг. А со шлангом история такая. Я уже говорил вам, покупал там шланг здесь на рынке. Это полное извращение. Рвется через неделю буквально. Вот шланг. Это шланг называется каучуковый. Я как-то раз взял его в городе, там в одном из магазинчиков сантехнических. И теперь его там нет. Я уже все обыскался. Он лежал вот так вот всю зиму, и ему ничего не было. Великолепный шланг. Не знаю, как он. Вот, вот такой, да? Каучук. Правда, здесь желтенького внутри нет. Но ничего, все равно. То есть шланг действительно хороший. Качество хорошее шланга. Нам понравилось. И его в продаже нет. Он был только на Озоне. Я на него закладочку поставил, но денег не было. Стоит он 2700 за 25 метров. В общем,
Сегодня утром я его купил. 2725 метров. И 21 числа он придет, друзья мои. Виноград, видите, уже как тянется. Особенно вот эта вот тростиночка потянулась уже вверх. Ей явно нужен уже этот тросик, который как раз на ее высоте. Ну так вот. А дело в том, что у нас та часть огорода пока еще под капельный полив не готова. Потому что если делать полноценный капельный полив, мне нужно покупать еще пару устройств, которые стоят денег. Это электроклапан на 12 вольт и плюс еще лягушку, которая там является запускателем этого клапана, чтобы в бочке наполнялась вода, чтобы насос включался по времени. Ну, в общем, пока не получается с капельным поливом. Все упирается в финансовую часть. Но, если мы подцепим сюда шланг, а у меня здесь на старом месте к бочке был вот такой вот выход, вот он. Я подцеплю шланг, на него есть отдельный кран. Отдельный кран, вот он, тоже есть. То тогда все будет здорово. У нас эти 25 метров как раз хватит довести до клубники. Потому что я сюда уже носил лейку и поливал. Но я вам скажу, что это очень затратная, трудоемкая работа поливать клубнику, друзья мои, лейкой, ходить между кустами, и одна лейка практически на два кустика. Очень и тяжело, и для спины, и для рук. В общем, пришлось где-то час потратить времени, чтобы вот так вот ходить и поливать. Чтобы этого не происходило, у нас был здесь капельный полив, но вы видите, что сейчас это пока нет возможности. По старой схеме уже не запустишь тоже, потому что давление чрезмерное. Капельный полив не выдержит трубки. Поэтому есть еще одна идейка. Попробую я ее воплотить. Но в любом случае нужен шланг. И тогда у нас еще хватит шланга полить и ту клубнику, которая у нас здесь вот растет тоже. Ее много. Да и вообще шланг нужен просто. Поэтому вот сегодня был приобретен шланг. Такие пироги. Ну, а самое главное, в чем заключается сегодняшняя работа, опять 25, как говорится. Трава за неделю, как я косил, вымахала обратно и покрыла все. Понимаете, как вот жить в таком климате, и тем более сейчас вот дождей много, вот трава прет. Сегодня надо все это прокосить, потому что здесь такая витая трава, колючка, которая не нужна здесь. Буду косить сегодня. А кроме покоса, есть еще несколько дел важных. Поэтому я не знаю сегодня насчет стрима, но если проведу, то вы уже в этом ролике посмотрите позже. То есть все зависит от того, насколько я буду занят делом, чтобы провести стрим разговорный. Ну ладно, за работу, сейчас чай допью и косить. А вообще, честно говоря, как хорошо, когда на Кубани вот такая погода, друзья мои. Ну просто замечательно. Тишина. Никакого ветра. Даже куры. И то наслаждаются этой замечательной погодой. Я сейчас просто не хочу шуметь, так как утро. Люди кругом спят здесь по утрам. 5:29 было время, 6 сейчас примерно, 6:30. Так, курам водички сейчас добавлю. Они ждут, они знают, что по утрам их кормят. Все кормушки подошли, давай, говорит, жрать хозяин. Молодые.
начинаешь что-то делать. Хотел курам воды дать. Хомут сорвался со шланга. Сейчас буду делать хомут. То есть я речь свою веду о чем? Начинаешь в сельской местности заниматься чем-то. Сейчас курам воды дашь. Включил. Там наполняется, здесь надо шлангом заполнить. Потянул этот шланг сорвался, хомут здесь старый. То есть, и начинается круговерть. Уходит полчаса на то, чтобы починить шланг. Потом налить курам воды, поправить тот шланг. Че за этот шланг потянулся? Ну, надо было сделать все равно. Шланг, кстати, хороший вот этот. Мы покупали его еще в Благовещенске. Это был итальянский шланг. И представляете, ему уже, ну, скажем так, лет 8. Можете себе представить? 8 лет шлангу. Вот так вот делает Италия. Это немножко мы сейчас прогреем. Чтобы он хорошо сюда на трубу залез. Вот. Вот так. Хотя для этих целей лучше иметь строительный фен. Кстати, давнишняя мечта — строительный фен. Я все собирался его купить, и все вот как-то вот. Он вроде бы как бы и не совсем дорогой. Даже в ломбарде есть, я видел. Но, блин, надо, потому что вот эти горелки все, это плохо. Иногда надо подогревать именно строительным феном. Это более правильно. Вот так вот. Одну проблему решили, я думаю. Чё я за него потянулся? Куплю скумбрию. Вода замерзала в бочке. Потом, короче, Короче, у нас сегодня рыбный день. Я взял на рынке два пелингасика, мелкие, правда. Сейчас нету крупных. И две скумбрии свежих. Скумбрии буду пряного посола делать. Так, сейчас чайник набираю. Рецепт я узнал в интернете. Здесь я напишу, что у меня лежит. Вот это все я должен вскипятить. Прокипятить минутку примерно. И оставить остудиться. Потом порезать ломтиками рыбу, положить в банку и залить этим рассолом. 2 часа назад я собирался косить. Ремонтировал шланг. Потом еще кое-что съездил на рынок. Купил рыбы. Сварил для пряный посол для рыбы. Пеленгаж сейчас Леночка чистит. Все. Съездил, забыл купить лимоны для пеленгаса, парочку. Туда-сюда, и в итоге прошло 2 часа, я собираюсь косить. Вот. Все лежит. Ну, сейчас буду точно косить. Все, скумбрия у нас залита. Теперь на день, на два, ну, день уже хватит. Так, а пеленгасик у нас получился вот такой, друзья. Очень вкусно, когда с лимоном, луком, фольге, духовке. За окном опять ветер поднялся. Ну, воздух прохладный такой. Все-таки еще тепла майского, конкретного, теплого, летнего нет. Ладно, пока все.